Координация, внимательность и высокая скорость принятия решений. Это об олимпийском виде спорта, спортивный снаряд, в котором размером с грецкий орех. Игра в настольный теннис имеет большую популярность среди любителей и профессионалов. Матч в пинг-понг можно устроить в спортзале, во дворе и даже дома, без риска что-то разбить. Как держать ракетку и выполнять правильно подачи, разбираемся 14 июня в 19:45 на телеканале «Самара ГИС».